Один из главных вокзалов столицы Франции, Северный, возобновил работу. Минувшей ночью он был полностью оцеплен. Пассажиров не впускали в здание, выходы из метро перекрыли. Вооруженные отряды полиции прочесывали поезд, прибывший из города Валенсиен. По информации газеты «Паризьен», в составе могли находиться трое особо опасных мужчин. Кассир, продавший им билеты, опознал находящихся в розыске. На их след с пятницы выходили в Бордо и Марселе, теперь в Париже, но тщетно. Речь, предположительно, идет о гражданах Бельгии и Афганистана, которых подозревают в терроризме. Главное управление внутренней безопасности Франции получило на них ориентировку от коллег из другой страны. Спецслужбы эту информацию не подтверждают. Известно лишь, что к операции на Северном вокзале были привлечены группы разминирования.